Привет всем! Сейчас будет минутка для женщин. Я буду рассказывать о косметике и средствах по уходу, которые у меня закончились. И как всегда, мои 5 копеек о каждом из них. Сейчас пройдусь вначале по декоративной косметике. И первое, что хотелось бы показать, это вот такая вот пудра для лица от торговой марки L'Oreal. Это единичка оттенок, самый светлый, потому что кожа лица у меня светлая. Купила я ее по акционной цене за 60 шекелей и использовала довольно долго. Как видим, использовала до конца, потому что пудра вела себя на моем лице просто замечательно. Пришлось мне ею пользоваться и в, жар, и в жаркий период, и в прохладный. Вот такой, видите, был цвет абсолютно не скатывалась с лица, не было вот такого эффекта, что на твоем лице мука, то есть все хорошо ложилось ровно и использовала ее с огромным удовольствием. Еще, конечно, буду покупать. Потом вот такая помада матовая. Мой кот, он везде. Вот сколько, сколько чего не это, не убирай, все равно он тут есть, его шерсть. Вот такая матовая помада от Essence. Дешевая за 10 шекелей. Вначале она мне показалась какой-то жидкой была. Но потом, со временем, она очень классно вела себя на губах. Она, эффект у нее не длительный. Это не те матовые помады, которые держатся на губах часами. Но, тем не менее, довольно легко и хорошо освежала губы, приносила им нужный оттенок и была не липкой, вела себя на губах хорошо, поэтому как вариант бюджетной помады вполне можно. Следующий. Это вот такая... Что же у меня все с рук-то валится? Это вот такая румяна Vibo. Vibo, видите? Vibo. Купила я ее, была в Украине, не помню за сколько, если честно. Но она очень даже ничего была румяна. Довольно пигментная. Тот оттенок, который мне надо. Что самое, что самое хорошее в ней, это цена. И абсолютно не видела никакой разницы этой румяны по сравнению с израильскими дешевыми румянами по типу торговой марки Life. Следующая тушь для ресниц. И это была моя любовь на все время, пока я ею пользовалась. Торговая марка LETUAL. Купила я ее в Украине. Вот, балерина. Просто замечательная тушь для ресниц. Конечно, для украинских цен она была дороговатая, потому что она стоила, по-моему, 350 или 380 гривен. Но это супер, просто супер тушь. Просто супер тушь. И если раньше я покупала тушь для ресниц с такой густой кисточкой и большой широкой, то это с этой маленькой кисточкой, сейчас вам я ее покажу, вот, вот с такой вот маленькой тоненькой кисточкой она у меня сняла все стереотипы о том, что кисточка должна быть огромной и густой. Потому что вот конкретно такой кисточкой на ней почти нет ворсинок. Не могу показать, как это, чтобы лучше сфокусировал. На ней почти нет ворсинок, но тем не менее с помощью такой кисточки можно под, под каждую ресничку и большую, и маленькую попасть. И это просто чудо. Мне очень понравилась эта тушь. Единственное, что я не уверена, что я могу найти такую торговую марку в Израиле. Мне кажется, и такой торговой марки в Израиле нет. Но если буду в Украине, я обязательно себе куплю еще, потому что мне очень она понравилась. Следующее это пойдет косметика по уходу. И первое, я хочу показать, это вот этот э, крем под глаза торговой марки Forever. Хороший крем, отлично увлажняет кожу вокруг глаз. И Хватило мне его довольно надолго, несмотря на то, что в тюбике всего лишь сколько, 30 миллиграмм, даже 28. Очень хороший, но дорогой. Вот этот тюбик стоил 80 шекелей, это по моей скидке. А без моей оптовой скидки он был бы вообще там что-то, стоили 110 шекелей. Потом, если я уже зашла про этот Forever наш, Любимый мною. Так, еще есть вот такой тоник алоэ тонизирующий. Это серия Sony, но тоже торговая марка Forever Living. И это освежающий тоник с... на основе алоэ, но тем не менее он еще идет с белым чаем. Я пользовалась им летом, когда было жарко. Он отлично освежал лицо, осветлял его немного. При длительном пользовании, конечно. Хватило довольно надолго. Э -э такой очень приятный. Без резкого запаха. Пахнет немножко действительно чаем. Классный. Мне понравился. Наверное, буду покупать еще. Только, только тоже. По скидке цена. Она тоже не совсем дешевая. 90 шекелей. Еще дешевая Г, как я это называю. Это сухой антипреспирант от Бьютикер. Купила, он стоил, по-моему, то ли 5, то ли 6 шекелей. Это для подмышек. Он без алкоголя и без разных хомеров, ну, без разных э, материалов, э, ненужных нам. Но написано, что его хватает на 7 дней. Без алюминия, все такое, соли и алюминия. Но на самом деле абсолютно никакой. Никакого эффекта я не заметила, ничем он не вау. Намного лучше пользоваться какими-то другими, конечно, более качественными и дорогими антипреспирантами. Сейчас покажу, как он выглядит внутри. Ну, вот так вот, в принципе, он и выглядит. Видите, такой кремообразный, молочный. Но следов он, конечно, не оставлял на одежде. Но я не заметила, чтобы он как-то активно боролся с э, потообразованием, даже не потообразованием, а запахом. И еще одно, что есть из того, что я выбрасываю, это вот такой вот э, крем для ног. Когда я рассказывала в предыдущем ролике о крем, креме, кремах для рук, которые срок позакан... у которых срок позаканчивался, говорили, мы мажем им ноги. Но вот этим кремом, который для ног его срок годности тоже уже закончился, уже нечего мазать, даже в целях экономии. <laughs> Поэтому э, я его выбрасываю, почему не использовала до конца, потому что он очень-очень специфическим э, ароматом, это как будто идет аромат духов, но он настолько какой-то термоядерным, что когда намажешь им ноги, ходишь, и от тебя вот, ну, реально <laughs> воняет этим кремом чересчур, и это больше приносило вред и дискомфорт, нежели пользу. Поэтому как-то там немного мазала и измазала, но, но не до конца. И тоже срок годности там уже на грани, поэтому, поэтому я его буду выкидывать. Вот такой крем, по-моему, он стоил то ли 10, то ли 15 шекелей за, за тюбик. На самом деле, вот эта фирма SEAO-SPA, она неплохая. Единственное, что когда вот такие кремы, они идут как с духами. Поэтому надо обращать внимание. И если вы не очень любите резкие разные ароматы, то лучше изначально отказаться, нежели купить и потом выбросить. И это все пустые баночки мои на сегодня. Спасибо за просмотр этого видео и пока-пока. Будьте красивыми, здоровыми и самыми-самыми любимыми на свете. Пока-пока.